стрима гонщик нелегальный до сих пор не обновился. Обнови. Обнови страницу. А, кстати, да, я с телефоном сижу. Я не знаю, что она не обновилась. Наверное, стрим надо перезапускать. Не надо. Забей. И у нас следующий пик — это Магнус. Ну, в принципе, самый жирный герой посередине, да, нормальный пик. Коротко о том, как я откомментирую. Сейчас ты увидишь, кого пикнут третьим пиком команда I Love WoW. Сейчас ты увидишь, что они пикнут. Уже опять у меня зрители на Твиче. Так, что у нас пикнут эти? I Love WoW. Что они пикнут? Я тебе заспойлерю, там будет Тайдхантер. В смысле, блядь, Хантер? А зачем? Почему Тейт Хантер, ну, типа, в чем логика? Ой, они до последней секунды будут держать, да? Как в пабликах. Может быть, это немножко нечестно, то, что я игру тебе просматриваю, это все спойлерю, типа. В смысле? Как ты узнал, что там Тайд Хантер? Мы вообще-то, мы уже начали вообще-то катать, я же сказал, там, держка 1-2 минуты, а в РД стоят 4 минуты. Фу, спойлеры, фу. Я тебе могу сейчас все пики заспойлерить. Баню. Тихо, подожди, я хочу это, увидеть вообще, что за последний. Чтобы интрига была. Да-да. Да, ренаты. Я люблю интригу, она такая, знаешь... Да. Да. Все хорошо. Правда, я в порядке. Так, ладно, надо иногда чекать чат на стриме. Здесь вообще кто-нибудь писать будет, нет, я не знаю. Че у нас с четвертым пиком пикнет команда Noise? Очередь сил света выбирает герой. Shadowfiend. Магнус, Дазл, Кристон, Мизер. СФ будет соло, наверное, херачить. Ну, в принципе... Лена Вокер! Что? Лена Вокер! Блядь, Тайдхантер, Шаман, Элдер, Титан, Вокер, что? Окей. I Love WoW, по-моему, пик круче. У них есть этот тефтелемёт. Ладно. 10 секунд. Призыватель тефтелей. О, антимага забанили. Ну-ка. Последний пик для вражеской команды. Ну, мы болеем за команду Noise. Потому что они у нас это из... Потому что там фламы. Да, 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 да. Потому что там наш флэмус играет. 9 секунд осталось. Осталось 5 секунд. 5 секунд. Тьмы, о, Гира, что Герыч? Знаешь, тут все такие пафосные, Элдер Титан, Шадоу Шаман, Тайдхантер, Инвокер, такой, я Гирокоптер. Блин. А Гира с кем будет стоять, лол? На Изилане, это Кэрри. Я понял, но... Осталось 5 окей. Секунд. Ну-ка, ща, мы посмотрим ваш последний пик. Что-то вы долго выбираете. Омника пик из бана. В бане который. Пик и Омника. Да-да. Который в бане. Пик и Омника. Он самый лучший герой. Правда, честно.
Да допикните уже Тетрис, я не знаю, кого-нибудь. Что-нибудь еще. Напоминаю, это не я пикаю, это я наш знаю. Капитан конечный. Ну-ка, че сейчас пикнется? Ты вы задолбали? У вас уже это, минута прошла. Мне хватит 14 секунд осталось. Гениально, ребят. Вы на последней секунде пикните? Тайдхантер, я не могу понять, зачем они здесь его пикнули? Ну типа посередине, здесь, видишь, его. У вас Магнус посередине жирный стоит, у них Тайдхантер. Типа они жердяя-жердяя противопоставили. Логично же. Ну, логично. Ну, видишь, Шэдоуфин, Инвоки... О, последний пик ваш. Выберите своего героя. Она так сказала, я прям хочу этот... Подожди. Фламу надо злее играть. Ну, я же сказал, я саппорт. Найс. Так ты мог быть и на Магнусе. Нет, я решил на саппорте скатать. Окей. Я немножко хочу умеренные катки. У них у Инвокера классный этот. Сет? Да. Прикольный, мне нравится. Он такой, знаешь, типа, я ассасин. Пассасин. Ассасин. Тифтелясин. Мортальный комбат. Значит... Всех прикольные сеты такие, один дазл без сета. Ну как еще один дазл? Сэмп тоже. Ой, что-то игра у меня заприлагала как-то в самом начале. Игруха, эй, слышь. Ну отлагай, бляс, пожалуйста. Повалов-то. Дотка, отлагай. Приготовьтесь к битве. Ой, все, погнали. Так, значит, переключаемся на нашего Дазла, потому что в основном только его сегодня будем комментировать. А себя будешь забирать? Дазла в основном будем комментировать, потому что она херня. Я их как вангеры оставлю. Нойс. 30 секунд до начала сражения. Как-нибудь можно в этот камеру отключить автоматически свободную, вот. Все отлично. Да. Бля. То, что я увидел здесь, меня просто повергло в ужас. О, кто у нас пикнет? Руну? Дазл бегает, Сэмка что-то тоже бегает. Так, тут может уже пойти первый разнос. В принципе. У них варды... Погоди, у меня мартра было 5 минут на фрифарме и все что... Ну да. Я, правда, не знаю, о чем ты говоришь, потому что, ну, у меня задержка. Да, значит... Вам противостоит Тайдхантер. Угу. Значит, начинается заруба между Дазлом и Тайдхантером. Нет, не начинается. Там наверху уже свои позиции заняли. Чё это вы тут вчетвером делаете? Какого хера? Точнее, втроём. Лол. Ребят, вы зачем втроём на одной линии стоите? Окей. На беду у нас инвокер с СФом тут какую-то херню творят, перестреливаются, чертовы револьверисты, блин. Магнус тут что-то пытается делать опять против троих. Три наверху, три внизу, против одного. Забирай. Так и здесь. Я курю, это положил там вард. Берешь. СФ тут пытается инвокера прессовать. СФ забирай. Там вард это в курьере, если что, лежит, поставишь. Гера с этим. Угу. Так, значит. Когда у вас это First Blood будет? Кто сольется? Тайдхантер, по-моему? Или кто? Я промолчу. Окей. Так.
Ну, пока ничего не вижу, чтобы что-то происходило. Но, правда, Тейдхантера все больше окружают и окружают. По-моему, он сдохнет первым. Моё! Нет, моё. Когда-нибудь пригодится. Да-да, тебе уж обязательно. Да заткнись. Элдер Титан не на мне. Чего все богатства собрали? Нихера себе, невидимая СМ-ка, это, наверное, вообще что-то из ряда вон выходящее. Вот Окей, тут пока ничего не происходит, на миду что-то у нас. Ну и СФ все так же пытается инвокера прессовать. Команда Украина против Магнуса. Ну если они желтые и синие, хера ли их так назвать. Так. Что-то тут. Что? Элдер, Титан стоит тут. Что происходит? У вас, знаете, такой оппозиционный бой, вы подходите, бьете, вы уходите. Что на свече? На свече ничего. Да уж. Цемка играет божественно. Опа. Опа. Инвокер. Не-не-не, походу Элдер сейчас заберет этого нашего СФа. Кобзда СФу, походу. СФ живи. Шаман слился. Шаман слился. Как? Он просто взял и слился. Замечательно. Просто зашибись. Ну, наш Фламу что делает? Где наш Фламу? Фламу бегает тут с иллюзиями, что-то какие-то херни говорит. СФ. СФ тут бегает. Ну, это понятно. Да ничего не происходит. Подожди. Еще кого-то... Кого-то нам забрали. Вот он. Срать. Наконец кот навелся, так наш Дазл. Дазл где-то там у нас. На карте уже ситуация. Early game. Типа знаешь, умный слаб, пытаешься выглядеть умным на Твиче. ЛАТБ. Сэр все так же пытается прессовать инвокера. Сэмка немножко огребла. Хантер тоже немножко обрёк. Что-то происходит. Ну и все так же пытается забрать его. Но... Ты что здесь делаешь, дурак? Шедоу Шаман что-то ходит с рядом с Шедоу Фингом. Зачем? Никто не знает. Может быть, это его брат. Так. Гиро продолжает фармить. Тифтеля! СФу, походу, хана. СФ живи, СФ живи. Хэштег СФ живи. Центральную башню сил тьмы атакуют. Он также забрал Шедо Шамана, и потом его слили. О, это было... Плохо. Плохо. Бедный Шедо Кинг. Помним, любим. Иди нахер. Сэмка отходит. Команда Украины все пытается забрать нашего мамонта. На сало его порезать и сожрать. Но у них ничего не получается, потому что мамонт не дается. Дазл наш бегает во вражеской лавочке.
Дазл заюзал. Дазл. Сказал, Дазл заюзал. Пусть Shadowfiend слили, но у него все так же хорошая стойка против инвокера. Даже левел выше, чем у него. Даже на 2 левела. Так вот, включим. У нас уже Магнус один раз сдох. Серьезно? Мамонт отдался? Ну, Гир уже 6 левел. Это стрёмно. Слушай, Магнус, ты держись. Ой, СФ пытается пройти на мидл, но тут Элдер Титан стоит и типа... To be continued. Просто, блин, две тептили. Тептили была одна, сорян. Я просто... Я картинки. СФ разделили на Титана и Инвокера. Отлично. Ну, на медле стоял скрини, приходит Дазл, продолжает помогать своему Фентон Ассасину. Сэмке нужна помощь. Тут у нас произошел слив просто вражеской команды. Почему вражеской? Почему вражеской? Вообще все пока идет как-то скучненько, скучненько еще, пока ничего веселого не произошло. Что-то это Дазл пришел на мид помогать. Ну, он еще не знает, что за ним там Элдер ходит. Элдер решил свалить, потому что Дазл какую-то херню творит. Он ходил, ходил, ничего не понял. Сейф до сих пор на уровень выше инвокера. Фантомка и Тейтхантер фармят в разных углах карты. Нормально. Все хорошо. Коммунизм между двумя командами. Гира продолжает фармить. Где мамонт? У мамонта мало хп. Гира на 2 левела выше мамонта. СФ сравнялся с инвокером. Точнее, инвокер сравнялся с СФом. Нашего Дазла замутили. Дазла сейчас будут насиловать Элдер и Шэдоу Шаман. Ух, она, короче. О, еще и Тейтхантер пришел. Все, минус Дазл. Это было стрёмно. Да еще и Инвокер зачем-то Санстрайк применил. Прям как я свой хил на умнике. Четко. Нижнюю башню сил тьмы атакуют. СФ опять опережает Инвокера на один уровень. Тейтхантер поднялся в сравнении с Фантом Ассасином. И тут Шэдоу Шаман начал бегать. Ты ценность возьми. Ты общую ценность на бот возьми. Ценность? Общая ценность, там есть только показатели. Ну самый ценный игрок у нас это Гирокоптер. Ну понятно, что море волнуется раз, а два оно будет волноваться. Типа, был раз, а где два? Ну, типа, море волнуется раз. Море волнуется три, все обычно говорят. Сразу же, типа без два. А два будет? Дазл пока... Ляп, ТБ... Минус Дазл. Минус Фантомка. Сейчас еще минус ЦМ-ка. Санстрайк на минус ЦМ-ку. Печально, печально. Ну, Гира все пытается забрать свою добычу. Потому что синяя часть Украины все хочет сало. А сало не дается. Сало убегает. У сала есть копье. Элдер бегает. Гира. Это не Гира, это Кура. Оо, СФ сейчас огребет, походу. Да, СФ огребает. Нет? Ему помогает сало. Сало спасло демона. А вы еще говорите, что хотите, как на Украине. Не смешные шутки на Твиче. У Яныча. У Шадуфа. Я надеюсь, меня не забанят. Силы тьмы укрепили свои сообщения. Это же шутка, ребят. Просто шутка. Сала продолжает бегать.
Гира уже опережает Сала на 3 уровня. Вы понимаете? ВВС Украины опережает Сала на 3 уровня. Это просто капец. ВВС Украины. Сейчас встретится с Эмкой. Нет, не встретится. Но Тайдхантер за... Нет, все-таки они встретились. Просто прошли рядом. Сэмка думала, ну нахер. Этого Тайдхантера. Что на миду происходит? Ну, опять забрали Дазла. Бедный Дазл. Команда Украины все как не может забрать Сала. А может быть, она его уже забрала, просто я не видел. Что у нас наверху происходит? Ну, Тайдхантер до сих пор срется с Ассасином. ЦМК извиняется. Все фармит. Ну, тут стандартно. Сала. К Салу пришло на помощь наш герой Дазл. Что это за анимация? Там, what the fuck? Что происходит с Дазлом? Окей, ладно. По-моему, фантомка сейчас огребет. Фантомка, походу, огребает. И у нас забрали Сало и фантомку. Сало сожрали. Бедная Сало. Все-таки ВВС Украины добила своего. Тифтеля, да и Сефа. И Сеф огребает. Что-то, ребята, у вас как-то херовая игра идет, я вам скажу. Что с Дазлом? What the fuck? Да как окажусь. Ладно, я еще не все увидел. Крипы пытаются снести башню. Типа на Твиче что тут есть еще что-нибудь? Никто не пишет, нет? Окей. Сало пришло опять фармить, опять защищать этот таур, у которого хп осталось, ну прям на ниточке. ВВС Украины уже здесь. Я понял, желтая, короче, часть Украины, это ее пехота, а синяя это ВВС. Ну, типа, пехота у них это шаманы, а ВВС это у них это обкуренные снайперы. Сало захавал Элдер Титан. А нет, почему Элдер? Гирокоптер опять слил, и эту фантомку слили. О, нет, СФ, не огребай, плес. Нет, все-таки инвокер добьет СФа. Добьет? Нет, СФ убегает. Неужели сейчас инвокер огребет? Нет, инвокер не огребет, инвокера просто напугали, и он убежал. А вот СМ-ка сейчас может огрести от Гиры. Да, СМ-ка огребла от Гиры. Элдер до сих пор ходит за СФом. На цыпочках. Я слышу там звуки Звездных войн. Походу Гира эволюционировал в X-Wing. Мужик. Дазл у нас что-то лох. Пошли не ходит. Че лох? Пошли не ходишь. Ну-ка быстро отхились. Сало продолжает фармить, набирать жиру. СФ фармит у нас на Эншента. Okay. Дазл. Дазла поймали. Дазл огребает. Нет, или Дазл спасет. Нет, Дазл огребает. Пришел просто Элдер Титан, дал ему по башке, его нагреб. Но Дазл успел забрать шамана, так что это равноценный обмен, типа саппорта на саппорта. Вот то, что ЦМК сейчас, наверное, гребет от Тайд Хантера, это нехорошо. Не еще Элдер Титан там какие-то непонятные действия делает. Господи, что происходит? Верхняя башня сил света разрушена. Тюк-т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 юк. Там гирокоптер стоит. О, мидл снесли, который СФ так бережно пытался... Просто держал его до последнего, умер как герой. Верхнюю башню сил света атакуют. Доброе утро, последний герой. Доброе утро тебе и таким, как ты. Надеюсь, меня не забанят за столь офигенные вокальные данные.
Дазл, за тобой следили Тейтхантер и Гира. И, возможно, ты сейчас огребешь. Нет, не огребешь. Фантомка продолжает фармить, защищать лайн. У них до сих пор не слезли верхнюю башню, что очень удивительно. Потому что фантомка держит, Тейтхантер не может ее снесли что-то. Ну, видимо, она женщина все-таки. Аргумент. У Дазла до сих пор... Что у Дазла с анимацией рта? What the fuck? Макс, ты потом на записи посмотришь, я ее сохраню себе на YouTube. Там у Дазла рот дрыгается, как говно. Я не знаю, как это объяснить. С него рот дрыгается. Ой-ё. Фантомка огребает. Нет, она убегает. Ух. Фантомку просто... Я не знаю, там в какого-то крипа, что ли, прилетело снаряд от Таура, и такой звук был... Тум! И фантомка остановилась в этот момент. Блин, это было так забавно, типа, свой же Таур такой... Привет, Тунс. Ой, извини, и ты огребаешь. Нашего героя опять забрали. Гира до сих пор самый... Чего Гира вообще собрана, я не знаю. Фейзы... С инженьяша, Мэджик. О, Тейтхантер, чё? Блин, да. Типа специально в слоты положил так. Инвокер. Нам верх несут. Отлично. Инвокер выглядит как Алекс Мерсер. Он фармит. Оо, ща мясо будет наверху. Сало пытается отобрать у Сала его мощь. Сало борется с рыбой. Это просто противостояние титанов, ну. Нифига себе. Инвокером. Чё инвокер пытается собрать, я не знаю. Подожди, он агоним пытается собрать? Нижнюю башню сил тьмы атакуют. Да ну нафиг. Какой агоним? Ну блин, выглядит так, как будто он агоним собирает. Так и есть, он его собрал на 14. Зашибись. Мы уже просрали. Санстрайк прилетел в Дазла. Очень четко. И Shadow SF забрал Shadow Шамана. Shadow Шамана. Можно назвать его Шаша. Шаша. Ну, типа Shadow Шаман. Шаша. Или Тэша его назвать, типа теневой шаман. Тэша. Короче, бурятский лекарь. Все нормально. На медле, по-моему, сейчас будет крупная разборка, или нет? Вражеская команда заюзала досты, пошла к Роше. Роша охерел, типа, и на него начали нападать невидимки. Вражеской команды повсюду просто варды стоят, это охереть можно. Особенно на медле. В разных углах медла. Фантомка начинает... продолжает фармить. СФ у нас уже подобрал самая мошка. Ничего, это летает опять. Да ну, на медле сейчас происходит какое-то мясо охеренное. Тут и видно и скиллы СФа, и сало огребло, и санстрайки летали, и тефтели падали. Жесть. Это вообще вся вражеская тима, точнее вся наша тима огребла. А у Гиры теперь еще и Аега. Это прям просто охереть можно. Слимки все, ну вроде как по стандарту. Типа у СФа все нормально, Магнус он как херню творит, Сало типа отдается просто так на середине Украины. Тауэр снесли. Минус Тауэр. Офигенная иконка. Дазл что-то пытается делать, у него вроде как получается. Тейтхантер бегает в их лесах, инвокер фармит на эншентах в их же лесах. Что-то вражеская команда чувствует себя здесь как дома. Мне это не нравится. Так, СФ, подбирай руну.
еще не будешь, но... Сэф фармит, продолжает фармить. Фламуса нашего опять убили. Билла Тейт Хантер. Конченые, блядь. Ну и вражеская команда продолжает фармить и сносить башни. И вот они уже в пятером сейчас будут залетать. Долбоёбы, блядь. Всех, блядь, жмут. Сэмка, Магнус. Так, все собираются на базе. Все, походу, поняли, что сейчас будет залет. Все, начинается. Тут уже видно мясо из скиллов Тайтхантера, из Сефа и нашего инвокера. Не нашего, точнее. Так, они сносят им. Все просто охренительно для нашей команды. В скобочках нет. Сносят башню, сносят бараки, казармы, понятно. Короче, мясо идет, сало снесли, нашу Эльзу из холодного сердца снесли. Бурятский лекарь тоже сдох. Ну ладно, и хорошо с ним. Гира выжил, потому что у него была Аега. Правда, как-то Аега была потрачена тупо, по-моему. Типа сало продолжает что-то пытаться делать против Олдер Титана. Бамс. Капец. Все выкупаются. Опять Фламуса нет. Фламусу опять нашего. Ну, Фламус что-то пытается. О, фантомка, нет, ты огребаешь. Или ты выживешь, или ты огребешь. Нет, тебя спасает сало. Хоть немножечко, но ты... Или вы огребете, или нет. Они досносят вам казармы. Печально. Все печально кончается для команды Noise. Not Noise. Наши почти все резнулись, кроме Сефа. Следим за Дазлом. Дазл идет с МК куда-то. Или он сейчас пойдет один. Хазаще. Пока не ходит вместе. Так, у нас тут двойной урон, ДДшка. Значит, Элдер подобрал ДДшку. Если он сейчас на кого-нибудь напорится, то тот огребет. Ну, это понятное дело. Так, сало формит в лесах. Стоп, не сало. Кто это? А, это фантомка. Она спряталась за аншентами. Дазл с ЦМкой формят. Тем временем поверху идет шаду шаман. Со стороны Роши заходит Элдер Титан. Шаман и Элдер Титан встречаются. Перекрещают свои направления. Сверху идет такой Сэф, весь невидимый такой. Убежал от Элдер Титана. Сносят шрайн. Или не сносят? Снесут, не снесут шрайн. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Нет, все-таки шрайн, походу, снесут вот эти вот твари. Рукотворные духи. Окей. Верхняя башня сил тьмы разрушена. Все-таки шрайн, походу, снесут. Пусть не намеренно, но он будет сдохнуть. Он будет зохнуть. Ян, я тебе так скажу, мы проиграем. Может даже не смотреть. Я хочу увидеть этот великолепный финал. Пусть даже не очень, но я хочу это увидеть. Потому что все игры должны быть доиграны до конца. Мясо из скиллов, ЦМ-ка слилась, нашего героя слили, мясо слили, точнее сало. Ну, силы типа пытаются укреплять свои сооружения, но нихера не получается, собственно. Вражеская тема продолжает месить все и все подряд. Шидоу Сарман уже тут наставил своих этих змеючек. Урод, мать его. ЦМ-ка поставил ледяную стену. Племя одичалых в виде Сефа. Снесли уже казармы. Печально. Тауэр сейчас огребет на средней линии. Минус Тауэр. Центральная башня сил тьмы разрушена. Все очень печально. Казармы, бараки уже сносятся. В теле летят, Сэф огребает.
Ну тут, в общем, понятно. Типичная катка в доте. Типикал, просто типикал. Я ставил мортру при фарме. На 5 минут. А она ничего не выформила. Я прихожу на 5 минут, у нее даже сапога нет. Ну все, это ГГ. Это ГГ. Ну, ничего, была интересная катка, конечно. Поначалу там можно было пролететь, а вот в середине это... Там еще нам... бред какой-то. Сало постоянно сливалось Украине. Я вообще не знаю, он один стоял против героя и шамана и типа сливался. Типа, по-моему, у него был шанс не сливаться. Ну или сливаться хотя бы. Вышли в четверть. Вы были в четвертьфинале. Угу. Ну и чё? Всё, ГГ. Печально. Здесь в общем, нижней сетки нету. Не попал наш Фламус на International. Все это очень на следующей бесплатно. Неделе будем пробовать. На этот раз составить. На этот раз к рандомным челикам я не буду залетать. Ну ладно, не будем расстраиваться. Все было хорошо. Правда. Честно. Не, нихера. Оно какое-то. Ладно, на этом, думаю, можно завершить этот стрим. Ну, типа, все. Катка закончилась. Фламу не вышел в International. Никто не задонатил за стрим. Где донаты, блин? Мне 9 рублей не хватает, чтобы взломать PS Vita. Может, 10. Ну что, я заканчиваю стрим. Mm-hmm. Всем удачи. Всем пока.